Много я рассказывал о генерации изображений с помощью нейросетей. Пора уже переходить к видео. Сервис Runway творит нейросетевые чудеса. Может быть, еще не те чудеса, которых мы ждем сегодня, но уже точно те чудеса, о которых мы пару лет назад и мечтать не могли. Смотрите сами, это я сделал не то чтобы за 5 минут, но часа за полтора. И тут все сделано нейросетями, включая музыку. Поехали. Сайт runwayml.com. Создаем аккаунт. Можно войти с помощью Google. Сразу предлагают заплатить, но мы пока не будем. И тут популярные Magic Tools, то есть магические заклинания. Можно генерить картинки, можно удалить бэкграунд. Но, честно говоря, я бы не стал тут делать то, что можно сделать где-то еще бесплатно, поскольку сервис, можно сказать, платный. И те 125 кредитов на бесплатном тарифе — это лишь, как пишут здесь, 25 секунд видео. Не знаю, у меня было не так, я создал 10 роликов по 4 секунды и у меня еще остались кредиты. Но в любом случае это немного. Конечно, можно зарегистрировать новый аккаунт, но это такое себе. Поэтому генерить что-то кроме видео не имеет смысла. А так-то тут и со звуком можно работать, и с картинками. Но вот зато видео тут генерить одно удовольствие. Результат вы видели. Можно генерить видео из текста, но это тоже такое себе развлечение, хотя можете попытаться. Но вот зато тут отлично работают картинки, которые вы заранее сгенерировали где-то, например, в Stable Diffusion. Ссылка на плейлист по Stable в описании. Можно просто закинуть картинку, можно добавить описание, чего вы хотите, но работает оно не очень. Но и лишним, наверное, не будет. Тут интенсивность движения в кадре, чем выше, тем больше. Но мы поставим пониже. И движение камеры. Бомбическая тема. Он действительно будет плюс-минус делать то, что вы его попросите. И вот, можно панораму по X, можно покрутить, но не перебарщивайте. Чем меньше значение, тем меньше артефактов. А бомбическая она потому, что он реально дорисовывает то, чего не было в кадре, когда все крутится и вертится. И делает это, надо сказать, очень быстро. Ну, в общем, тут все показано, написано, нарисовано. Единственное, немного сбивает превью, то есть вот, например, зум. Экран справа увеличивается, кажется, что это будет наезд, а на самом деле удаление. Но один раз покрутите, привыкнете. Все, камеру накрутили и Motion Brush. Еще одна бомбическая тема. Она говорит нейросети, какие объекты в кадре должны двигаться более динамично. То есть вот мы выделили облака. Ну это ладно, они бы и так могли двигаться. Тут классика, есть кисть эластика и размер кисти эластика. Так вот, облака бы, может, и так летели, а вот заставить нейросеть двигать отряд невозможно никаким дескрипшеном. При этом я не знаю, сдвинет ли отряд Motion Brush, делаю, что называется, в прямом эфире, и двигается у нас отряд справа налево. Ну и облака туда же летят. И это, насколько я понял, влияние на среду. Хотя тут написано, что это движение по оси Z. А это резкость движения. Опять же, как я понял. Сейв и генерация. Длина 4 секунды по умолчанию, генерация занимает минуты полторы-две. И на выходе мы имеем... Ух ты! А на выходе мы имеем очень даже неплохой результат. Неожиданно. Отряд двигается, солнце бликует. Отлично. Продолжим. Что у нас дальше? Космическая мышь. Настройки камеры. А с космической мышью мы хотим, чтобы она повернула голову вправо. И на всякий случай еще и в дескрипшене это подтвердим. И... Вот. И вот у нас все поплыло. Ну, в общем, сеть своенравная. Бегунки не перекручивайте. Все по минимуму. И с ней, конечно, нужно долго играться, чтобы привыкнуть, а у меня такой возможности нет. Даже если купить платный тариф, деньги быстро кончатся. А нейросеть вы так и не поймете. Но все-таки кое-что я из нее вытянул, и вот этот кадр, мне кажется, очень хорошо получился. Здесь я, видите, накидал кисть движения на отдельные ветки, с небольшим перемещением по X, Y, но с большой динамикой.
А камеры, как я говорил, прям совсем по минимуму. Мне результат понравился. Ну и все. Все ваши ролики, которые вы генерили, лежат здесь. И здесь их можно скачать. Скачивает он в низком разрешении, у меня было 640 на 1152. Кстати, сами пропорции кадра он у меня подхватил из исходного фото. А вот дальше я с помощью другой нейросети сначала улучшил видео. Не, это, конечно, тоже бомба. Я сделал 2К, но можно было разогнать и до 4К. И потом уже смонтировал в DaVinci, но об этом я, пожалуй, расскажу в следующем видео. Ссылка будет в описании, когда оно выйдет. Вообще, глядя на Runway, а потом просматривая новости, у меня в голове происходит взрыв. Как одновременно человечество может генерировать это и войну? Причем войну какую-то средневековую, дикую, непонятно. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.